Произведения Рахманинова, Чайковского, романсы. В Рязанском Кремле несколько дней звучала музыка, которая входит в сокровищницу русской культуры. В день открытия шедевры исполнял Рязанский симфонический оркестр. Дирижер Сергей Проскурин отметил, что русское искусство особое значение приобретает именно сейчас, когда идет противостояние культур. Мы обладаем огромными сокровищами, мы это все знаем, но не только в области углеводородов. У нас неисчерпаемое и неискончаемое сокровище – это наша национальная русская культура. Русская опера – это вообще явление, впитавшее в себя музыкальную культуру многих народов нашей страны. Опера Рахманинова «Алека» в постановке Рязанского областного музыкального театра с участием солистов «Геликон оперы» и других театров Москвы тоже прозвучала под открытым небом в Рязанском Кремле. А в выходные камерный хор исполнял всенощную и литургию в Христорождественском соборе по написанным Рахманиновым партитурам. В заключительный день фестиваля в исторической атмосфере Рязанского Кремля прозвучала опера «Хованщина» в постановке режиссера Александра Тителя. 150 артистов и более 70 музыкантов оркестра. Это первая настолько грандиозная постановка на территории Кремля. К тому же Рязань стала первым городом среди регионов, жители которого увидели этот грандиозный спектакль, отмеченный «Золотой маской». Солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Николай Ерохин привел слова Модесты Мусоргского. «Можно будет увидеть прошедшее в настоящем, ведь все герои этой оперы взяты из русской истории. Это зрелищно и обязательно нужно увидеть своими глазами».